названа стоимость лечения за воротник от рака. Рак – болезнь жестокая, коварная, никого не щадящая. Ни громкое имя, ни связи, ни деньги не помогут его побороть, если ситуация запущенная. У Анастасии Заворотнюк, говорят, все не так плохо, поэтому и астрономических сумм на лечение не требуется. Официальной информации о том, чем больна, и больна ли вообще Анастасия Заворотнюк, нет. Предполагается, что актриса страдает от опухоли головного мозга. Якобы она проходила лечение за границей, но затем вернулась в Россию. Как писал телеграм-канал Мэш, Заворотнюк находилась на реабилитации в Европейском медицинском центре на Рублевке. В этой клинике есть серьезный институт онкологии с серьезным же прейскурантом. Первичный прием онколога здесь стоит 17 536 рублей. Консультация перед лекарственным лечением злокачественных опухолей и врачебное сопровождение. 14 226. Прием врача-гематолога перед химиотерапией. 14 226. Прием онколога-радиолога. 17 536 рублей. Визуализация ионно-направленная терапия опухолей головы и шеи. 15 364. Лечение с использованием 100 мг особого препарата. 174 339. Список можно продолжать долго. Суммарно стоимость процедур очевидно превышает 1 миллион рублей. Публикация фотографии из Инстаграм. Говорят, после курса в Институте онкологии Анастасия Заворотнюк продолжила лечебные мероприятия в стационаре другого медучреждения. Туда, по слухам, она попала бесплатно. Друзья договорились о том, чтобы оформить все по страховке ОМС. Добавим, что цены на операции при опухолях головного мозга в Москве доходят до 592 650 рублей. Лечение рака, начиная с обследования, в Израиле стоит от 1 миллиона рублей, в Германии – от 2. А операции на головном мозге обходятся в несколько десятков миллионов рублей. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Далее в программе. Порошенко сделал заявление после унижения от американцев. Жена 79-летнего Виторгана взмолилась о помощи после рождения ребенка. Исходит сексуальная энергия. Волочкова сделала заявление после поцелуя с Запашным. Принц Гарри впервые рассказал о конфликте с братом. Ему остался год. Шокирующее откровение о 65-летнем Лукашенко. И многое другое.